эфире программа Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. В ближайшие 20 минут о том, что формирует стиль жизни. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Смотрите далее в программе. Выбирая подарок, обычно ориентируешься на вкусы и предпочтения. Но есть еще одна концепция подарка – преподнести нечто неожиданное, ценное, качественное и необходимое. Эффектный аксессуар в качестве презента оценит не только женщина. Шелковый галстук ручной работы может быть деловым, однотонным или в полоску, а может быть и неформально элегантным, как, например, с принтом пейсли. Это не только беспроигрышный, но и очень достойный вариант для мужчин, чей стиль хоть иногда предполагает галстук. А эффектные подтяжки с необычным рисунком дополнят и пригодятся для стиля casual. Идею вечной женственности воплощает шелковый платок. Классика жанра – шелковая каре Валентина в горох с диагональным переплетением. Не менее изысканный эффектный вариант – аксессуар из панбархата. Анималистичные принты, выполненные на шелке или кашемире – это своего рода классика, которая всегда присутствует в моде. Артистичным же натурам, скорее всего, придется по вкусу – платок с креативным купонным принтом. Третья идея – это выбор, когда в качестве подарка преподносится отрез ткани. Такой традиционный с налетом ретро-презент позволяет реализовать креативные идеи. Вариантов здесь, пожалуй, больше всего. Тончайшее кружево, шелк с активным люрексовым блеском, панбархат в глубоких оттенках или принтованный атлас и кашемир. Каждый из этих полотен имеет свое настроение и характер, а значит, может подарить любую эмоцию. И если все-таки не хочется рисковать, то беспроигрышной версией этих идей станет подарочный сертификат. Это Beauty Time, программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. В продолжении выпуска европейская концепция красоты и молодости. Европейское направление в эстетической косметологии подразумевает видимый результат воздействия при минимальном периоде реабилитации. Такой подход подразумевает эффективное омоложение, сохраняющее естественность и природные черты лица. На сегодняшний день косметология стремится достичь эффекта пластической хирургии без использования общего наркоза, анестезии, каких-то серьезных оперативных вмешательств. Косметология достигла такого уровня, что мы можем предлагать процедуры обеденного перерыва, процедуры выходного дня с очень коротким периодом реабилитации, но с очень хорошим, клинически выраженным результатом. Сегодня в нашем обзоре три направления, отвечающие европейским стандартам омоложения и ухода. Это флэш-технология, бьютификация и IPL. IPL – это аппаратная методика с использованием импульсного света, которая воздействует на кожу, причем решает ряд определенных проблем. Это, конечно, расширенные сосудики, это купероз, возрастные гиперпигментационные пятна на кистях, проблема избыточного роста волос, проблема фотостарения, когда появляется мелкая сетка морщин, когда не совсем понятно, чем было бы удобно их убрать. Процедура достаточно комфортна для пациента. Сама процедура длится в среднем от 10 до 15 минут. Интервал между процедурами от 2 до 3 недель. Следующее направление – бьютификация. Это комплексный подход против возрастных изменений и для сохранения лица в молодом и свежем виде. Наше лицо стареет не отдельными частями, оно стареет в целом, поэтому нуждается в комплексном, в объемном моделировании. Сюда включаются инъекционные процедуры по введению препаратов по показаниям. На первом этапе, на первом визите мы решаем проблему образования мимических морщин при помощи различных препаратов ботулинотерапии. На втором этапе мы решаем проблему дефицита объема ткани, да, мы убираем так называемые брылья, мы убираем птоз ткани. И на третьем этапе мы уже корректируем какие-то мелкие оставшиеся морщинки для того, чтобы сделать наше лицо идеальным. Направление третье – это флэш-технология.
которое по эффективности сопоставимо хирургическому вмешательству, так как воздействие происходит на самом глубинном уровне. Данная технология позволяет проводить процедуру омоложения максимально эффективно, безболезненно и без отрыва от повседневной жизни. С помощью флеш-технологий мы можем решать такие проблемы, как вялость кожи, снижение тургора кожи, снижение эластичности кожи, появление мелких мимических морщинок, устранение поверхностных пигментаций и сосудистых звездочек. По времени данная процедура занимает около часа, проводится она в специализированном кабинете для проведения лазерных процедур. Через месяц мы повторяем процедуру снова. На курс рассчитано где-то около 3 процедур. Возможности эстетической медицины сегодня таковы, что человек может в буквальном смысле измениться до неузнаваемости. И за примерами далеко ходить не надо. На фоне таких историй, часто вызывающих негодование, и сформировалась экологическая тенденция – разумный подход к сохранению молодости. Медико-косметологический центр «Артмедика». Авторские методики выполнения блефаропластики, фейслифтинга, фотопластики, ринопластики. Проспект Ленина, 12А. Хотите блистать? Роскошные ткани для особых случаев. Салон ткани «Тесура» на Тимирязева, 26. Салон «Велостиль» по случаю своего переезда объявляет акцию. С 15 октября по 15 декабря в салоне «Велостиль» стартует акция «Накопи скидку». Вы можете получить скидку до 20% и пользоваться ей весь следующий год. Мы рады видеть вас в салоне «Велостиль» по новому адресу: улица Российская, 275. Территория тайского спа на Российской, 206. Подарочные сертификаты от 1000 рублей. Территория тайского спа. Телефон 223-23-20. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Соне Кривой, 30. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем наш выпуск. Зимой в нашем климате хочется ярких красок. И если к их присутствию в верхней одежде готовы не все, то трикотаж ультрамодных оттенков – решение довольно простое, но в то же время актуальное. Красный цвет, он всегда яркий, активный, и, конечно, его предпочитают лидеры. И один из оттенков красного – это коралловый цвет. Он сейчас очень популярен, на пике моды. Я хочу предложить интересные такие джемпера, где в сочетании с кораллом можно добавить серый цвет. И мы можем продолжить какой-то длинной трикотажной юбкой, которая хорошо соединит, да, этот комплект. Если мы хотим этот джемпер добавить в деловой образ, то хорошо будет сочетаться с какой-то рубашкой. Коралловый цвет хорошо смотрится в трикотажном жакете, которые можно использовать как и с джинсами, так и с классическими брюками или даже с юбкой. Здесь интересная отделка, как застежка сложная, так и какие-то вставки дополнительные из ткани. Есть кожаная вставка, интересные подрезы, которые хорошо могут подчеркнуть нашу фигуру. Но хотя он все равно говорит нам о классике, потому что присутствует английский воротник. Черный всегда выглядит элегантно, особенно в сочетании с белым. Его дизайнеры обыгрывают и в вечерней моде, и в деловом контексте, и в комплектах стиля casual. Вот, например, этот комплект, где мы используем белую трикотажную кофту, а к ней добавили черно-белый бомбер. Здесь застежка в виде молнии, которая придает нам спортивности и, конечно же, стройнит. Вот оригинальная подача трикотажа, которая напоминает ткань букле. Здесь все-таки такой легкий намек на стиль Шанель, но при молнии и кожаной отделке получается более спортивный стиль. Еще одно эффектное черно-белое сочетание с участием натурального меха. Чистые прямые линии создают расслабленно элегантное настроение. Эти классические цвета удобны тем, что сочетаются с любыми вариантами верхней одежды. В данном случае можно себе позволить более яркое пальто или пуховик.
Программа Beauty Time. Продолжаем выпуск. Городской стиль – это когда современные тенденции соотносятся с практичностью, когда предметы гардероба можно сочетать между собой и, нарушая все известные правила, создавать свободный и эффектный индивидуальный образ. Несколько идей на тему зимних коллекций Penny Black представлено в нашем теледефиле. Черный пуховик фасона колокол и сапоги-чулки из замши можно считать вариацией на тему классики. Цветная сумка и объемная шапка дополняют этот немного дерзкий и при этом женственный образ. Лаконичная короткая куртка может работать даже в деловом направлении, при условии, что другие детали комплекта, мужские туфли и брюки со стрелками, также соответствуют этому направлению. Их, кстати, можно применить из пальто, длиной чуть ниже колена. Более классический и все такой же стильный вариант. Несколько оттенков одной цветовой гаммы не обязательно подбирать тон в тон. Ультрамодным такое сочетание делает и джемпер с изображением животного. Образ в духе глэм-рок можно составить и без участия косухи. С этой задачей справится черный пуховик. При этом яркая шапка правильным образом разрушит чистоту стиля. И снова о модных принтах. Их сегодня носят и в трикотаже, и в верхней одежде. Сочетают геометрию с анималистическим пятном, что в итоге транслирует современный подход к моде. Универсальность современной моды позволяет сочетать разные по стилю и фактуре вещи. Это позволяет выглядеть эффектно не только в помещении, но и на улице. В современном мире отношение к роскоши меняется кардинально. Сегодня в цене не столько внешние атрибуты богатства, сколько ощущение свободы и комфорта в наивысшем своем проявлении. Какие предметы приносят эти ощущения, смотрите далее в программе. Имидж человека – это не только то, как он одет и причесан. Это еще и вещи, которые его окружают на работе, дома, в неформальной обстановке. Важным компонентом имиджа является в том числе и домашний текстиль. Он оказывает огромное влияние на настроение и эмоциональное состояние. В последнее время к подбору спального гардероба все чаще привлекают профессиональных дизайнеров. Дизайн – это прежде всего формирование гармоничного пространства, которое создается определенными способами. И один из способов – это подбор цвета, подбор рисунка к интерьеру, в том числе и в текстиле. Текстиль в завершающем этапе создания дизайна играет очень важную роль, потому что, как правило, он занимает большое количество пространства и, соответственно, берет на себя очень большую функцию. Так же, как и в случае с модной одеждой, премиальное постельное белье – это всегда ткани высокого качества. Из лучших сортов хлопка получают такие ткани, как сатин, мако-сатин, жаккард и другие. Плотность нити измеряется в единицах TC. Чем плотнее переплетается нить между собой, тем долговечнее будет служить ткань. Соответственно, на таком белье будет комфортно, приятно спать. Также оно прослужит вам долгие года. Изделия из мако-сатина преимущественно изготавливаются плотностью от 300 TC. Если изучать тактильно такое постельное белье, оно покажется вам бархатистым. Жаккардовые ткани имеют фактуру, похожую на гобелен. Украшенные вышивкой или мережкой ручной работы, такие комплекты выглядят по-королевски роскошно. Для поклонников атласной гладкости, помимо натурального шелка, существует материал, который называется тенсиль. Тенсиль – это материал природного происхождения. Изготавливается он из эвкалиптового дерева, имеет очень высокие гигроскопические качества. По тактильным ощущениям это будет напоминание шелка. Сам же натуральный шелк во все времена считался очень дорогим материалом. А для создания этих комплектов используются элитные сорта шелка, которые называются малбери. Что касается визуальных характеристик, то эти оригинальные принты с красивыми названиями «Шато», «Орхидея», «Антик», «Локи» создают целые дизайнерские группы. Капсульные коллекции бывают дополнены
шторами, подушками и покрывалами. Халаты и полотенца «Тогос». Тепло и нежность прикосновения. Хлопок, бамбук, модал. Натуральные материалы, превосходное качество. Бутик домашнего текстиля «Тогос». Братьев Кашириных, 159. Все настроения сезона в коллекции «Пенни Блэк». Сочные краски, сложные фактуры, актуальные принты, современные материалы, артистические сочетания. «Пенни Блэк» в Челябинске. ТРК «Куба», первый этаж. Верхняя одежда из Австрии. Ваш безупречный выбор на загородной прогулке и в деловом центре города. Магазин «Австрийская одежда» на Пушкина, 65. Новый учебный год в школе классического танца. Классическая хореография, современный танец и другие направления для детей с 5 лет. Запись по телефону 734-94-97. 10 модных лет в Челябинске. Магазин европейской одежды «Априори» свой первый юбилей отмечает вместе с новосельем. Еще больше качественных брендов, разных стилей и размеров. Теперь в самом центре города на Ленина, 71. Ждем вас также на Труда, 166, на втором этаже «Молнии». «Априори» – оденем красиво, модно и достойно. Диплекс. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Сразу после Beauty Time новый проект 31 канала «Ювелирная тема». Современные идеи из благородных металлов и ценных минералов комментируют специалисты. А у меня все, до встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой. Программу представляет ювелирный магазин «Алмаз». Ювелирная тема широка и многогранна. Это и украшения, и предметы, связанные с традицией, и, конечно же, подарки, о которых все чаще вспоминают в канун больших праздников. Начнем с милых серебряных предметов, которые подойдут и как подарок близким, так и в качестве бизнес-сувенира. Солонки, подставки под зубочистки, различные, ну, перечницы, да, гвозди берег. То есть эти сувениры, они легко впишутся в интерьер как офиса, так и дома. Также можно в качестве подарка рассматривать монеты, да, с изображением символов года. Одним из бизнес-сувениров является визитница, на которой вы можете также сделать гравировку. Среди серебряных предметов много по-настоящему милых вещиц, выполненных с большим чувством юмора. Обычно ложки, серебряные ложки дарят детям на первый зуб, но можно будет приобрести к Новому году такой подарок, как ложка-загребушка. Она сделана из серебра 925 пробы. Вместе с ложкой можно приобрести изящную мышку, которая также, как и ложку, можно положить в кошелек. И согласно народной примете, в кошельке вашем всегда будут водиться деньги. Зажимы для галстука и запонки лучше всего дарить хорошо знакомому человеку. Кстати, эти исключительно мужские аксессуары в последнее время появляются и в женском гардеробе. Этот брелок не стоит рассматривать только как подарок владельцу именно того или иного автомобиля, но и можно рассматривать его как подарок пожелания. То есть подарили брелок и ждите на будущий год, да, машину именно с логотипом той марки, которую вы выбрали. Украшения, сувениры, письменные принадлежности и столовые предметы – вариантов ювелирных подарков действительно много. Теперь главное решить, кому и что. Хотите приятно удивить близкого человека? Подарочные карты ювелирных магазинов «Алмаз» и «Хризолит». Прекрасный подарок на любой праздник. –